Два торжества в одном. Светлая Седмица и престольный праздник. Наши челябинские коллеги побывали на архиерейской службе в храме Иверской иконы Божьей Матери в селе Мяском. Третьего мая митрополит Никодим совершил божественную литургию в храме Иверской иконы Божьей Матери села Мяского. Верующие здесь всегда отмечают престольный праздник на Светлой Седмице. Христос воскресе! У нас получается двойная пасхальная радость, и Христос воскресе, и вторая Пасха престольного праздника, когда мы чествуем образ Иверской иконы Божьей Матери, особо почитаемый на Руси. К этому престольному празднику у нас был подарок, нам подарили хороший, большой, красивый список иконы, мы его торжественно встречали, и сегодня он будет у нас лежать в центре храма. Многие впервые смогут приложиться к этой иконе. Мяская – одна из старейших казачьих станиц на Южном Урале. Она возникла одновременно с Челябинском как звено единой цепи крепостей, которые защищали границы русского государства и положили начало проповеди христианства на Южном Урале. Для нас образ Божией Матери Иверская служит напоминанием того, как важно хранить веру православную в чистоте. Постоянно будут приходить еретики, постоянно будут появляться раскольники. Но церковь христианская хранила и будет хранить веру православную. Будет прославлять Христа Жизнодавца, Матерь Божию, святых угодников, подобно тому, как и тысячу, и более лет тому назад хранила эту истину. После божественной литургии, за которой множество прихожан причастились святых христовых тайн, верующие обошли храм крестным ходом. Митрополит Никодим по обычаю прочитал у алтарной стены евангельское зачало и щедро окропил верующих освященной водой.